Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, и в этом уроке я хочу вам показать новый виджет, что-то похожее на спираль ДНК. Вот такой вот анимированные такие частицы летают вокруг да около. А давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим, как настраивается данный виджет. Из библиотеки я перетаскиваю виджет на холст. Он сразу встает по ширине 100%, размещаете там, где вам это нужно, и у него есть небольшие настроечки, то есть это просто цвета вот этих вот частиц. Первый color у нас цвет белый, по клику по цвету всплывает палитра. Давайте попробуем сделать другие цвета. Здесь сделаю красный, второй вместо зеленого, например, синий, и вместо оранжевого желтый. И давайте перейдем в предпросмотр в браузере и посмотрим, как у нас изменилось. Вот так вот симпатично у нас меняются цвета. Ничего в нем такого нет, обычный простой виджет, мало где пригодится, но может быть все-таки где-то пригодится на какой-нибудь лендинге. В принципе, вот и все его настроечки. Скачать вы его сможете на моем сайте, ссылочка будет под этим видео. До новых встреч! Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет, например, меню для мобильных устройств, несколько вариаций мобильных меню, уникальные слайд-шоу, всевозможные эффекты с текстом, круговой прогресс-бар, маска с текстом и многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто!